Всем привет, друзья! Сегодня мы снова играем в Minecraft Dungeons. Миссия побережье кальмаров. Сейчас мы снова выиграем. Так, сбежим. А, зомби! Блин, стрел нет. Так. Все нормально. Раз. Это хитренький план. Раз. Так. Блин, а куда дальше идти? А, скелета убить надо. Раз. Ага, так, в какой бы дом зайти? А, точно, в дома женимся. Раз, и еще одного. Получай. В смысле? Так, раз. Минус два. Так, так. Раз, раз. Стреляем в них. Так, бежим. По стрелочке в этом видео я буду использовать карту. Это уж точно, потому что есть миссии, где не понять, куда бежать. Берем хлеб, стрелы. И бежим на эту метку. А, вот там стрелка. Бежим туда, значит, и будем. О, опять этот магический человек. Или как там его, монстр. Ура! Мы его солдатов убили. Получайте. Получайте. Раз. Так, нажимаем рычаг. Пошлите. Скелет получай. Скелет. Вот раз. Еще одного зомби. Сундук, как бы нам до него добраться? А, точно, используем прыжок. Значит, раз, два, три. Все, используем. Зачем я хотел забрать сундук? Лучше бы я его не забирал. Ладно, пошли. Так. Опять этот тут. Так. Так. Похоже на какую-то постройку, но это точно не постройка. Так. Что я совсем не понял и решил использовать карту. А почему бы и нет? You were too late to rescue the villagers, but don't fret. They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Фух.